Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Никита, и в этом видео мы будем продолжать проходить игру LEGO Crater Islands. Ребят, простите, что у меня так долго не было времени, я сам хотел записывать видео, вот особенно на этой неделе в начале, вот, наверное, понедельник, вторник, но мне, как всегда, не позволяли это делать уроки, ну и всякие там мои дела, которые я делал. Так, ну что ж, все, давайте вспомним, что мы там делали. Я уже помню, что мы там делали. Пройдемся по островам. Сначала соберем кубики. Еще я, кстати, ребят, хотел. Так, что я хотел? Я хотел с самого начала, ну сегодня в смысле, записать два ролика, а не один, но сейчас, во всяком случае, уже время достаточно такое, можно сказать, позднее для кого-то. Так, всё, мостик построим. Ну, мы не строили. Ну, как сказать, позднее, ну. Скоро вот приедет мама, и мы будем уже с ней там разговаривать, еще что-то. И поэтому еще второе видео. Я, так сказать, извиняюсь, не смогу записать, но ничего. Во всяком случае, запишу когда-нибудь. Нельзя. Запишу в ближайшее время. Очень это хочу. Сколько тут кубиков у нас? Так. Паровозик. Нам нужен паровозик. Справимся вот на этот остров. Соберем елочку. Я не то что собирать. Угу. Да, мне еще, кстати, в планах есть. О, чё себе. Мне еще в планах есть сделать стрим в ближайшее время. Стрим по игре Clash of Clans. Да. На тему, которую вы узнаете уже, когда я буду объявлять. Ну или когда будете смотреть сам стрим. Что я не хочу раскрывать все свои секреты, которые я хочу, которые у меня вообще есть. Пока вот здесь будет стоять елочка. Так вот. 36. Давайте еще пройдемся по островам. И, может быть, даже что-нибудь построим. Очень хочется, кстати, накатить на паровозик. Паровозик, чух-чух.
что 5 кубиков нам надо. Надо накопить 5 кубиков еще. Упс, извините. Не обращайте внимания, просто тут кто-то позвонил. Так. Вот, мы уже накопили. Давайте сейчас мне быстренько я на остров на вернуться на другой. Текст. Вот. Здесь вот очень. А, вот, кстати, тут надо ему обследоваться. Что тут у нас будет интересненько. Ладно, здесь у нас что такого. Потому что пока у нас времечко еще есть, мы можем построить вот паровозик. Паровозик. Чих. Скорее всего, нам надо обязательно было его построить. Так вот, он сейчас загрузится, и мы посмотрим, что у нас произошло. Так, о, железная дорога, да, я, кстати, помню то, что вот, когда, помню, играл. У нас это... Когда я вот играл, помню, да, мы точно помню то, что я строил кубики. Ну, в смысле, не кубики, а строил эту железную дорогу на разных островах. И что-то разблокировалось. Что мы тут можем построить? Динозаврика. Динозаврик. Давайте вот здесь построим. Давайте вон там вот. Сделаем. Поставим запорчика, посмотрим, что он нам даст. И будем уже, наверное, заканчивать. Вот так вот. Все. Все, ребята. Сейчас вот загрузится и будем заканчивать. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, следите за выходом новых роликов, ведь они будут здесь выходить довольно часто. И поэтому я вас прошу это сделать. Ну, а с вами был Никита. Всем пока. Увидимся в следующей серии.